Всем привет, дорогие друзья, с вами Ребер ТВ, и в этом видео ролике покажем чит-мод на стандов, бесконечные патроны. Да, у некоторых людей выходила такая ошибка, которую вы сейчас увидите на экран. Ну, не видите на экран, конечно. Эта ошибка называется инвалид сигнатуры. Но с помощью моего способа есть ссылочка на кэш и на АПК, на котором будет без этой ошибки. Я проверял, и это реально работает. Итак, скачиваем кэш, скачиваем АПК и кэш. И потом, как установить кэш в игру. Если вы знаете, то можете это перемотать. А если вы не знаете, то смотрите данный видеоролик. Итак, нажимаем еще. И тут у нас будет такая кнопочка «Распаковать». Вот. Нажимаем «Выбрать путь». И выбираем. Я выбираю, нужно выбирать на Android. И в ОБ. Нажимаем ОК. Ну нет, не надо делать то, что я это уже сделал. И теперь давайте протестим, как у меня будет все работать. У вас все должно работать и без... вот этой ошибки инвалид сигнатуры. Нажимать ОК. Так, я выхожу, давайте протестим, будет ли это работать или нет. И без ошибки. Давайте я вам покажу. Сейчас, смотрите, я захожу в стандов. И давайте я вам все вам покажу. Так вот, как видите. Самое главное, вам нужно зайти через Facebook, понимаете? Если вы будете через Google, то вы не сможете. А если вы не зарегистрированы в Facebook, то лучше зарегистрируйтесь. И вы, короче, можете каждый раз заходить и читерить. Короче, вот я захожу. Так, вот, все. Теперь давайте, короче, поиграем на каком-нибудь сервере. И я вам, наконец, докажу то, что это реально работает. Итак, смотрите. Сейчас там лобби. Так, давайте, ну там вообще любое выбрать. Давайте командный бой, все карты. Так, короче, давайте выберем. Ну, давайте Сан-Ярс применить. И давайте, короче, идем на данную игру.